Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монк, и мы продолжаем проходить Borderlands 3. Короче, нам надо спасить Лили. Вот здесь мы остановились в прошлый раз. Тут были чушки, блин. Они даже стали шмалять по моей обезьянке. Ну куда-то пропали. А вон они. Иди сюда. Скотина, бля. Скотина ты плешивая. Иди сюда, бля. Так, патроны давай. Давай патроны, я сказал. Много патронов мне давай. Ух ты, блядь, смотри. Бронированный какой-то, тварь. Ой! В меня-то не надо кидать. Ты чё, блядь, отставь. Ой-ой-ой, чё, ты чё, блядь? Я так в него не попадаю, блядь. Шмаляет какую-то, блин, хренью в меня. Щит мне сбил, тварь. На, лови, блядь. Ну подойди ты туда, козёл, бля. Чё-то там развалилось, нах. А на дробовик я... А, блин, это ж не дробовик, бля. Ща я тебя, бля, расшибу тебя, понял? Козлопан, бля. Всё, и сдох. И сдохла старая сволочь. Так, здесь пистоль. Вот и крит. Пистоль и крит — это две, как сказать, неразлучные вещи. Во. Все нормально, бля. Все нормально. Что там было? Не. Нет, спасибо, не надо. Че, ни одних типов боеприпасов не подходит? Да вы как это так-то, бля? Вот как это так? Как это так работает, бля? Ну хоть что-то. Пускайся быстрее, бля. Да бегу я, бегу. Ой, бля, бегу, внучек, бегу. Где, кто, кого? Той, а, вон там станция еще одна. Давай в кучу мусора. Хорошо, бля. Нормально приземлились. Я люблю приземляться в куче мусора, бля. В играх. В реальной жизни не люблю, не занимаюсь этим. Так что ты не думай про меня, ничего такого. А то сейчас надумаешь себе там, что по помойкам лази. Ни в коем случае, пока еще бог миловал. Я к вам с тылу зашел, обезьяна, бей его. Ты что стоишь, блин, сумасшедшая, блядь. На-ка, отхвати, блин. Он полетел, блин. Полетел он, короче. В воздухе его бомбануло, блин. Накрыло его изрядно в воздухе. Иди на! Иди на! Кто? Кто там? Никого не вижу, блин. Кто-то стреляет, но я никого не вижу. А, вон они. Ой-ой-ой, вы чё, пацаны? Вас много, блин. Фу! Волосня летает кошачья. Фу-фу. Ой-ой, граната, беги. Тихо, не прыгай. Сядь, пригнись. За укрытие. Быстрее, блин. Давай. Чё ты косой-то такой, а? О, блин, вот этих я чепушил не люблю. Они это... Мощные. А если... Стой, блин. Кто? Где? Как, блин, ты... Чем это стреляет? А, его вон жухает, блин. Его жухает, он, смотри, сдох, тварь. Изжухал для тебя. А ты... Еще не сдох. Помоги ей, помоги. Сейчас. Плохо дело, что с ней еще, блин, отвалите от меня, блин. Че вы лезете ко мне, когда я сражаюсь? Вы меня только отвлекаете, блин. Своими базарами, блин.
Не, зелененькую мне не надо, мне так фиолетовую надо. Зеленую мне не надо. А, вот же она валяется. Ну сейчас, подожди, полежи чуть-чуть. Я думаю, что ничего не случится, если тут еще пошарюсь чуть-чуть. Давай, вставай. Командор, нам пора. Спасибо тебе, искать хранилище. Я скоро поправлюсь, давай доберемся до корабля. Искать хранилище, подойди ближе. Пусть навигационщик пока побудет у тебя. Хорошо. О, все плохо, но сейчас не время это обсуждать, амиго. Нужно срочно валить отсюда. А этот корабль... Самое безопасное место на данный момент. Эй, быстро на борт! А, теперь у меня еще одна ячейка оружия. Ну пошли. Пошли. Как скажешь, тетя. Ну ты правда не Мотя? Где корабль-то? А вон он. Ох, ни хрена себе. Вот это да. Вот это корабль. А как мне на него попасть? Как на борт пройти? Жди. Опять холодильник. Опять это все, все это все. Опять деньги здесь. Подожди, как мне... Как мне на него подняться-то? Может, там где-то? Тетя, как на корабль? По этим лестницам, да? Серьезно, да? Ну, я знал. Я просто хотел в холодильник заглянуть, пожрать перед отлетом. На голодный желудок нельзя полеты совершать, ни на какую Прометею там и вообще никуда. Даже в самолете, когда летишь, и то тебя кормят. Хоть сэндвич дадут. Поэтому никак нельзя на голодный желудок этого делать. А то тошнить начнет, там пакетик надо будет просить, блевать в него, блин. И стыдно будет перед людьми, понимаешь? Очень стыдно. Когда ты сидишь рядом с тобой незнакомый человек, и ты в этот пакетик, блин. Весь зеленый, как пакет. Потный, вонючий. Какое-то задание завершил. Я попал в черную дыру, блин. Она засосала меня. Ну полетели, давай, да. Давай. Поехали на Прометею. А там прометейцы живут? Фильм же есть такой, Прометею. Да? Это про чужих-то. Про робота-дебила. Ну, знаешь же, да? Да знаешь ты этот фильм. Точно знаю, что знаешь. У легендарных оранжевых предметов часто бывает уникальная особенность. Оранжевых? Лил, какого лешего? Ее татуировки пропали. Лилит уже не сирена. Значит, Тайрин отобрал способности Лил? Так давайте выследим эту королеву, тварь, и вернем их. Вы рехнулись, давайте останемся здесь и спрячемся. Насчет того, что сказал Жизяка, мы точно в состоянии противостоять Калипсо в нашем текущем состоянии? Тайрин находится за силой хранилища, и больше ее остановить некому. Мы должны добраться туда первыми. Может, я уже и не сирен, но я все еще алый налетчик, и вы все тоже. Я с тобой, Лил. Готов пройти сквозь огонь и воду. Уж ты знаешь, в чем разница. Я так и сказал сразу. Значит, это верная смерть, а я не упущу шанса изучить новое хранилище. Ладно, за дело. Вперед, на Прометею! О, поясницу видно. Эй, Лил, вывод. Иди корабль на орбиту. Название есть, убежище. Короче, у нее отобрали способности, и теперь она просто человек. Ну, как и мы. Как и мы, короче. Хотя у нас есть способности, я могу это... Невидимым быть. Шапку-невидимку на пипку одену.
И будет моя пипка невидимая. Та не справа, Тайрин теперь еще опаснее, чем была. У нее есть армия, карта и мои способности. И нам сейчас любая помощь будет кстати. Железяк, что тебе известно о Прометее? Ах, Прометей, сияющий жемчужина цивилизации, штаб-квартира корпорации Атлас. Я слыхал, это самая технологически продвинутая планета в этом рукаве галактики. Атлас, говоришь? Придется убить этих, помочь нам добраться до хранилища, прежде где эти Калипсо. Искатель, вставь-ка этот навигационный чип и задай курс на Прометею. Да, ну давай вставлю. А тебе чип не надо вставить? Обезьяна, отойди, блин. Не мешайся под ногами, ты чё? Так, значит, давайте валить отсюда. Пристегните ремни у этой крошки и спазил двигатель. Это значит, что нужно... Малейшая ошибка, и вся эта посудина быстро завершит свое путешествие. Скукотища, сейчас я бегом вперед к Прометее. Железяка, нет! Железяка, что ты наделал? Я летаю, как необычно. Какого хрена? У нас пробоина, давление падает. О, нормально. Зашпаклевал. Что-то странно, прибор показывает, что пробоина исчезла. Да это потому что я в ней застряла, моя задница. Моя задница спасла все на все ваши. Секунду, ребят, сейчас перегружу генератор гравитации. Оп, нормально. Предполагаю лететь не кверху задницы. Черт, двигатель сдох, силовая установка, навигационный компьютер тоже. Пока не починь корабль, мы тут застряли. Элли, сколько тебе нужно на времени, чтобы починить систему? Не дрейф, Лил, я над этим уже работаю. Сделай, что сможешь, и поскорее. Искать хранилище, сходи, проверь, как там остальные члены команды. Чупль, смотри. Железяка, просто не ерзай. Моя задница не подведет. Уж я-то не сомневаюсь. Чё за хрень, когда садишься на какой-то корабль, блядь, в игре, блядь, постоянно там какие-то пробоины, какая-то херня начинает происходить, он у тебя разваливается, пердит, блин, не летит и все прочее. И ты бегаешь, блядь, как сайгак, блядь, что-то там чинишь, блин, лазишь, блядь, запчасти какие-то ищешь, вот это вот все херню начинаешь заниматься, блядь. Нельзя просто долететь, блядь, приземлиться и там уже дальше продолжать этот... Все это делать, блин. Ну, я имею в виду по сюжету. Че это? Ой, че такое? Да че за, блин? Вот оружие дают дебильное, блин. Дебильное. Ну, смотри, все пыхтит, пукает, блядь. Пар идет везде. Кто это, блин? Это тюлень? Ой, кто это? Есть тут кто? Эй, идите на звук моего беспристрастного голоса. Танис, где ты? За меня не беспокойся, я в порядке. Это просто, чтобы не замерзнуть. При аварии вырубила систему. Контроль за температурой воздуха. Перезапусти ее. Челюсти с двойным рядом зубов. Потрясающе. Кто это, блин? Где ты? Ближний бой. Бах. Ой, ой, фризит. Секундочку. Почти уже, ну. Ух, в этой штуке, знаете ли, на удивление уютно. Как спальный мешок, только из мяса. Хотя я теперь какая-то вся... Липкая. Спасибо за поднятие температуры в моей лаборатории чуть выше абсолютного нуля. Сходи, посмотри. Не надо ли еще кого-нибудь помочь? Я сообщу, если кому-то оборудование понадобится сильная рука. Она сидела в нем. В каком это фильме-то было? Там Ди Каприо, короче, в лошадь залез. И сидел в ней, чтобы не замерзнуть. Забыл, как фильм назывался. Память, а? Вообще, блядь. Вообще, как будто не память, нифига. Это что такое? Borderlands Sense. Ти-ри-ти-ти-ти-ри-ти-ти. Наука фронтира.
Вы нашли научную машину Фронтира, игровой автомат. Если вам наскучат галактические путешествия и перестрелки с сумасшедшими сектантами, смело втыкайте его в розетку и начинайте играть. Нет, спасибо. Я наигрался в эти игровые автоматы в своем юношестве. Вот так вот. Так. Что там дальше по списку? Кого еще из жопы вытащить из какой-нибудь? Ну или еще откуда-нибудь. Ты кто? Из-за силы не бойся, я закончу то, что ты начала. Ты кто, бля? Ты че вообще? Бузишь тут? И вообще-то я не она, а он. Если ты не видишь, бля. Прикольный корабль. Как мне вниз спуститься? Там одно задание внизу, по-моему. Сесть на кресло, книжку почитать. Сто лет уже книжки не читал. Да если честно, я не любил их так сильно читать-то. Просто раньше нечего было делать. И как бы читали книжки... Они были очень даже интересные. Да как мне вниз? А, вот, наверное, сюда. Точно. Да блин, там задание было, а я вниз прыгнул. Ладно, пошли сюда тогда. Мои товары, мои прекрасные инструменты разрушены. Искатель хранилищ, скорее сделай что-нибудь. Из-за силы не бойся, я закончу. А что сделать-то, блин? Как потушить этот пожар вонючий? Гунс. А как потушить пожар? Пописать? Что сделать-то, блин? Я не знаю. Заглянуть-то если выстрелить в огнетушителе. Так бы сразу и сказал, бля. На нах. Спасибо, но мое стрельбище по-прежнему в огне. Блин, воды попила, в горле один хер, что-то там. Прям как будто туда кто-то залез и сидит такой, щекочет там тебя. Очень неприятное ощущение, хочу сказать вам. Стой, где я еще-то? А, во. Че еще тебе потушить? Пукам не надо потушить? Мне что-то надо, блин. А где здесь-то огнетушитель? А, вот он. Ух, это там наверху, а тут сбоку. Спасибо, возвращайся, у меня к тебе разговор. Сейчас, подожди. У тебя нет таблеток каких, нет першения в горле. Благодарю за помощь, но не рассчитывай на горящие скидки. Хотя старина Маркус может подарить тебе улучшение вместимости. Чем больше вместимости, тем больше товаров ты сможешь у меня купить. Да? Ну давай. Чё это? Улучшение пистолета, гранат. Ага. Рюкзака. Постоянное увеличение количества предметов для рюкзака. 3. Турмовой винтовки, пистолет, дробовика, снайперские винтовки, банка. Постоянное увеличение количества предметов для автомата потерянной добычи. Блин, я не знаю, что взять. Давай для рюкзака возьму. А, подожди. Я еще могу взять? А это все теперь бабки стоит. Все понял. Косарь. Подожди, блядь. Дай посмотрю, что у тебя из пушки есть. Товар дня. Невероятный зажигательный точнострел. 30 урона.
Точность оружия, кратность прицела. Дисциплинированный волкодав. Ой. Разгонный смертомат. Так дробовик же у меня есть уже. Резкий выдродел, блин. Критический урон плюс 10, скорость 30, плюс 40, скорость накопления заряда плюс 20. Вот это, наверное, надо взять. Давай возьмем. Так. Смертомат, блин. Критический урон плюс 10. Это пистолет, что ли? Хера, 960 рублей, блядь. Я горжусь. Между автоматическим огнем и одиночными выстрелами. А давай возьмем что-нибудь. Деньги-то есть, надо куда-то тратить. Давай все, вот это все. Теперь это, в рюкзак надо залезть. Посмотри, что нам тут подходит. Резкий выдродел. Нейтрализующий, оснащенный клинком сокол. Урон 42. Блин, а этот-то лучше все-таки, который у меня сейчас. Стержень брони, блин. Урон 30. Чего же я не смотрел на урон-то? По-моему, у меня оружие-то лучше, чем вот это все. А это продать можно? Вот это бушующий кирпич, блин. И всякое это такое. Урон 30, 17. Вообще ни о чем. Мне надо это все говно продать. 30, 28. Вот так тогда сделаем. Подожди, я могу тебе про... Я же могу продать. So you know. Вот это говно. Так. Так. Чё это, блин? О, так это тоже можно продавать. Нахрен с пляжа, мечтатель. Это у меня установлено. Да, это у меня используется. Кровавый блюз. Так. А что у меня не используется? А, бушующий крич. Ого. Ого! Ну все, продать. Как? Дурак, блин! Ты что делаешь, блядь? Ты кого там продаешь-то, блядь? Ты совсем что ли, блин? Я не понимаю, как это, блядь, работает. Я в пустую ячейку встану. Блин, чё я там продал-то? Я чё-то ему продал. Не то, чё надо было. Всё, пфу на тебя, бля. Иди в жопу, бля. Так, наверх надо как-то теперь обратно подняться. Только как, я не знаю. О, нихера себе сун. Открыть золотым ключом. Нихера. Бля, где я тебе возьму золотой ключ? Ты чё, блин? Я на корабле, который разваливается. Так, а здесь это все мое, да? Тут можно типа переодеться. Ничего нету. Цвета, жест. Тема эхо. Не надо мне сбрасывать навыки, блин.
Так. Как мне там вверх-то подняться? А, или что, вот. Это? Убежище, а есть тут кто? Мы в ловушке, этот сумасшедший нас запер. Я того и гляди, пописаюсь. Несчастных перезав, выпусти их оттуда. Как их выпущу? Выходите! Этот робот совсем спятил. Заткнись, он сказал, если проболтаемся, нам не поздоровится. Железяка, ты еще запер всю нашу команду? Эти, которые космические стажеры, они же и рабы. Ну, конечно, их преданность стандартная практика. Это любой командир знает. Железяка, говорю тебе первый последний раз. Никаких рабов. На сегодня больше никаких рабов. Усек. Рекрут, аж по назначению тюремную камеру мне больше используют в качестве личной комнаты. Наслаждайся, рекрут. Может, когда-нибудь потом зайду. Хуя ты, блядь, дебил, блин. Запер, короче, всех. Банк? Что за банк? А ну-ка, банку подавай. А сюда можно, короче, выкладывать лишнее. Понятно. Это что такое, да? Дополнительный щит. Как понять, дополнительный щит? Мне нечего положить в банк. Так, ну в принципе-то все. Че дальше-то? Идем туда. Ага. Здорово, колобок. Я вроде куча запчастей, кое-каких игрушек. Специально для тебя хранила. Каких это ты у тебя игрушек, блин, до черта и больше. И чё? А, с тобой идти? Вот черт, придется все списать на поломку. Открыть шлюз в отсеке. Тетя, что-нибудь делай, блин. А, ну. Вакуумом такой раз и пожар потушен. Слышь, прощайте, автогрюк, реактивный ранец и все запасные пушки под левую руку. Не судьба, значит. Но если Эрла не успела открытый космос, у нас должен быть лишний энтропофазотрон. Запомнил? Энтропофазотрон. Я запомнил. На минутку. Через минутку уж забуду. Ай, как ты долго ходишь, блин. Очень ты долго ходишь. Энтропофазотрон, блин. А это что такое? Товар дня эпическая. Быстро заряжающийся ежовый щит. Урон 47. Нихера. Да все, чувак. Кто там? Эрла, да очнись уже, корабль попал в передряг, нам нужна твоя помощь. Что тебе надо? Энтропофазотрон. А я занят, брось отсюда. Отдавай мой энтропофазотрон, Эрл. Давай, что-то я не видел на нем твоего имени, как там тебе? Отдавай мою запчасть, или я тебе в такую баранку скручу, что в замкнутом цикле работать будешь. Убедила. Я б тебе его отдал в обмен на что-нибудь стоящее, но у тебя ни хрена нет, так что отвали. Голубушка. Эрл, амиго, у меня был трудный день, не испытывай мое терпение. Ни хрена нет, ничего не получишь. Эрл, скучно ты искать хранить, похоже, он там крепко засел. Может, если бы у тебя было больше иридиум, бы согласен поторгаться. Например, в бар поговори с моей мамашей. Она всегда держит это на всякий случай. Ты мамаша, блин. Ты чё? Я представляю, что там за мамаша, блин. Хотя... Может, мамаша там такая мамаша, что и нормальная мамаша даже. Залп сообщает новости. Good morning, Grand
you startled me, Bot. You're rather quiet on your feet for an indexing unit. Yes, Grand Archivist. I have brought the seven scrolls on the Talos Empire you requested. Где субтитры? I'm afraid we were out of milk, so I made do. Нету субтитров. Исчезли. О, нихера себе, мамаша, блин. Мокси. Топ шелф. Я же говорил. Мамаша-то нормальная. Меня зовут Мокси, а ты, солнышко, кто будешь? Я залп, и мой датчик феромонов от тебя зашкаливает. О, да, совершенно верно. Слышь, ма, хорош охмурять нового искать хранилище. У нас тут дерьма не проворот, нам нужен иридий, чтобы починить корабль. А скажи-ка мне, искатель хранилищ, как ты относишься к игральным чутам и автоматам? Отвратительно отношусь. Отвратительно. Детям до 16. Опа. Ты чё? Сыграть? Ну давай. Е, бинго! Кто бы мог подумать, да ты везунчик. Эриди. Ага. Заходи еще, милашка, в любое время. Можешь поиграть с тобой еще во что-нибудь. Ну ладно. Это иди от меня, шляпа ржавая. И ты иди отсюда, блин. Я понимаю, что сейчас надо в магазине в этом, в масках ходить, но не хочу с тобой общаться. Стой, откуда я пришел, блин? А, вот отсюда. Да или нет? Или да, или нет? Нет, не отсюда. Вниз надо, вниз. Показывает же. Вниз, иди, иди вниз. Ты что, не видишь, что ли? Еще ниже? Так, подожди, куда еще ниже-то? Выше можно, ниже нет. Где я? А, вот же сюда. Каргубай. Каргабай. Я запутался, блядь. Ой, уф, я запутался. Я заблудился, блядь. А почему я с той стороны обратно не пришел? Эй, горгалыга, блин, отдавай этот. Как его зовут? Чё? О, я могу здесь голову себе купить. Хера себе. Не знал. Ингалятор, блин. О, нихера, бля, вот этот черепулька. У, усач, ктулху. Сам ты осел, блядь. Ты чё, оборзел, что ли? Мне вот это нравится. Давай купим. Йоу. Я купил или нет? Ну, это не столь интересно. Да что это же? Аксессуары. Это в каюту, наверное. Расцветка оружия, украшение комнаты. Что, ничего не торкнуло? Мне достала твоя рожа, валь. Забирай эту свою тень хрена. Для тебя... Чё? Тот еще тип, теперь давай установи новый энтрофазотрон. Засиделись мы тут. А я купил у него эту башку-то или нет? Я что-то так и не понял. Надоело мне твоя рожа. Да ты кто такой, блин? Горгалыга гребаная, блин. Рожа у тебя противная, ты мне не нравишься вообще. Там алкаш, а ты старый алкаш, блин. Да куда ее вставлять? Наверх. Надо идти наверх. Быстрее иди, блин. Беги быстро. Куда? Сюда? Еще выше, блин. Как мне еще выше подняться? Как мне... А, во. Во-во-во-во-во-во-во.
Бежим, 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 бежим. Быстрее, 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 быстрее. Не понял. А, во. Вот так, муруешь как скак. Наевшись бандитов. Искать хранилище, иди на мост, надо выбраться отсюда. Да вы задолбали меня по всему кораблю гонять. Иди туда, иди сюда, иди тут, блин, там. Что-то сделай здесь, подкрути. Вы чё, блядь, сами не можете? Здорово, Лил, ты опять с нами? Думал, может, ты решишь просто павхи? Павхи? Подожди, а где здесь эта контрольная точка? Мне, если вот сейчас это... Дербалызнусь. Я откуда потом начну? Ой, не открывается. Чё там за представление? Нахрена ты это включил, блин? Зачем это? Пошел в жопу, дебил, бля. Не обращай внимания, у нас есть два поважнее. Давай, искатели, улетаем отсюда. Давай, давай, полетели отсюда. Прометея. До свидания, бля. Прощайте. До свидания, прощайте. Что происходит? Что происходит? Мы улетаем. Моя задница, она вся в звездах. Ну, обошлось без происшествий в какой-то веке. Какого черта? Это же Маливанский флот. Я думал, планета принадлежит Атласу. Что тут не так, Лил? Похоже, не одни мы положили глаз на Прометея. Искать хранилище, иди сюда. Да че тебе, блядь? Мальчик на побегушках, что ли? Слушай, насчет того, что было на Пандоре. Мы должны успеть первыми, любой ценой. Тебе придется принять у меня эстафету. Я могу на тебя рассчитывать? Да, командир, мы с тобой одна стая. Хорошо, теперь давай свяжемся со штаб-квартирой Атласа. Если кто-то знает, где находится хранилище, так это они. Задание выполнено. Бежище. Нет сигнала от Атласа. Должно быть, Маливан глушит их частоты. Маливан. Стоп, что-то есть. Атлас, пожалуйста, ответь. Кругом бандиты. Пришлите подкрепление. Похоже на сигнал бедствия от Атласа. Им нужна помощь. Если заручимся поддержкой Атласа, это наверняка в личном поиске местного хранилища. Если мы их выручим, возможно, они нам даже с этим помогут. Ну или хотя бы не перестреляют. Этот сигнал бедствия послали откуда-то с окраины города. Нужно высадиться на планету. Но у нас нет доступа к транспортной сети Прометея. Лил, представь-то мне, искать хранилище, двигай ко мне в грузовой отсек, разговор есть. Уже бегу, бегу, волосы развиваются, я бегу. Но бегу я в следующей серии, добегу. Так, а на этом мы сегодня закончим, дорогие друзья. На сегодня у меня все, с вами был Виталий, он же Монг, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии. Вот всем пока-пока и удачи.